10 белорусских студентов, которые изучают цифровые технологии в наших вузах, отправятся на 2 недели в Китай для повышения квалификации. Сегодня молодым людям в торжественной обстановке вручили сертификаты. Это уже 5-й обмен в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве «Семена будущего» между Министерствами связи и образования и китайской компанией в сфере ИКТ. Это даст нашим студентам, нашим специалистам, которые будут посещать и далее вот такие знаковые поездки по изучению технологий, ну, принесут гораздо большую пользу в развитии рынка телекоммуникаций, ну и в целом нашей стране в развитии телекоммуникаций. Такой проект мы проводим в разных странах мира и можем сказать, что в Беларуси очень высокий уровень образования и подготовки студентов. В Китае они смогут детально изучить облачные технологии и интернет вещей. Уже сегодня в Беларуси при активной поддержке китайских партнеров внедряются такие проекты, как «Умный дом» и технологии передачи данных 4G.